А у меня дочь есть. Да? Здорово. Ты женился? Да. А что ты делал там на мосту? Подписи собирала против вырубки Химкинского леса. Слышал про это? Да, что-то слышал. Вот, а мы пытаемся это предотвратить. Мы — это кто? Мы — это ты, я и вообще каждый неравнодушный. Я-то уж точно равнодушный. Не говори так, ты хороший. Да ладно, ты правда думаешь, что эти подписи могут что-то изменить? Не знаю. Наверное, нет. Но мы же должны сказать свое мнение. Если мы его не скажем, то они будут думать, что все в порядке. И потом, ты же знаешь, для того, чтобы зло победило, хорошие люди должны просто ничего не делать. Ты за Игоря-то не вышла? Нет. Знаешь, я одного понять не могу. Почему? Почему я тогда пропала? Да. Были обстоятельства. Мне надо было ехать к родителям в Саратов. А почему ты мне ничего не сказала? Ты бы мог поехать за мной, и это бы все осложнило. Ну, а сейчас как дела? Сейчас все в порядке. Время все меняет. Ты женился, у тебя дочь. Я вот подписи собираю. Ладно. Рада была повидаться. Ну, пока.